Итак, начнем с новости, которая в эти минуты выходит в топ. Курс рубля продолжит снижение. Доллар обновил максимум с начала года. Торги на московской бирже открылись сегодня со стремительным взлетом иностранных валют. Буквально за полчаса после открытия доллар подскочил на 25 копеек и составил 68 рублей 28 копеек. Курс евро также поменялся в сторону повышения. На 12 часов он уже выше 79 рублей. Как отмечают эксперты, риски, которые продолжают оказывать давление на отечественную валюту. Разбросаны маечки. Разбросаны маечки. Слышишь, где-то под ребрами твое имя стучится. Неразлучные птички мы или вольные птицы. Когда клавиши плавятся мегабайтами нежности, ты во мне растворяешься в этой музыке вечности. Разбросаны маечки и в море ждут корабли. Приказа команды клик своего начала. Разбросаны маяки и некуда больше плыть. С тобой мы как две войны в одну любовь попали. Ты без разрешения, я чувствую то же. Мы случайные ноты, перемешанные с волнами ночи. Вокруг нас не того, я знаю, ты тоже хочешь. Я знаю, ты тоже хочешь. Разбросаны маечки, и в море ждут корабли. Приказа команды клик своего начала. Разбросаны маяки, и некуда больше плыть. С тобой мы как две войны, в одну любовь попали. Ничего они просто так у тебя лежали. Деньги должны работать. А бинарные опционы – это мощная финансовая система будущего. Валентность хорошая. И корзина. Бивалютная тоже.